ты даун, давай разбаним! Да я сейчас монитор начну стрелять с пневмата! Всё! Видишь, да? Да, да, вижу. Ты куда? Готов, да? Ты куда пошел? Где, откуда? Вот он, видишь? Чей, ты чё за пистолет? Откуда ты его взял? Хорош! Смотри! Хорош, идиот! Ты... Я начинаю! А, ты чё, идиот? Полетел! Ты чё стреляешь? Витя, это что за выстрелы? Вы чё делаете? Да чё? Вы что делаете, идиоты? Выкинь его! Ты что надел? Получи возможность превращаться в любого моба. Грифер будет думать, что вы обычная свинья. А в это время в сундуках вы найдете кучу алмазов. Тогда сетните ему его сундуки. Также вы сможете выбрать себе абсолютно любой префикс. Например, префикс антигрифер. Затем посадите этого грифера в тюрьму. Посмотрите на его грустное лицо. Затем напишите на весь сервер, что здесь находится грифер в тюрьме. И посмотрите, как весь сервер обзывает этого грифера. И не забудь поблагодарить фактера. Но затем просто забань этого грифера. Поэтому, если вы хотите ровно так же снимать антигрифер шоу на сервере Сержград, тогда становитесь владельцем сервера, на котором действует скидка. Осталось недолго, всего лишь 3 дня. Заходите, ссылку ролика и наказывайте абсолютно всех гриферов. Прямое включение, дорогие друзья, скорее смотрите, что происходит. Мой ник Брэд Бэйби, мой ник Брэд Бэйби, все это видят. Посмотрите, вот это был мой дом, это остатки моего дома. Все, что я успеваю снять, вот, смотрите, в чат написано, все на варп грифер, тут чмо чумазая. Это владелец сервера, пишет, он вырезал подо мной пол, он вырезал подо мной пол. Посмотрите, это квикбой, квикбой такой делает, вон он летает, я забыл вам сказать, вон он летает. Вот все, что успеваю снять, вот, смотрите, видите, здесь пол дома нет. Я не успел, потому что он позвал сюда людей через бродкаст, на сервер написал владелец сервера, вот он, вот владелец сервера, здесь может писать через бродкаст, все может. И они все, естественно, переломали, люди думают, что я грифер, если они поняли, что я грифер, может быть, я не грифер. О-о-о, смотрите, коровы здесь типа замаскировались, у нас здесь все ломают. И я сразу включил фрапс, да, не секрет, я снимаю фрапсом. И здесь такое происходит, это квикбой. Я не знаю, вообще он конкретно до меня доколебался. Изначально этот квикбой, где он? Я хочу вам его... Он опять что-то вырезает здесь. Я хочу вам показать его. Пропишем home. Привет, 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 привет. Посмотрите, люди сразу думают, что привет YouTube. То есть люди думают, что либо кто-то снимает антикрифер шоу, либо люди понимают, что сейчас тут что-то интересное, и поэтому пишут привет YouTube. Но вы сами видели, он написал на весь сервер через бродкаст. Я хочу теперь понять, как его найти мне. Посмотрите на это. Он был нормальный, он был целый, двухэтажный, с сундуками. Со всякими прикольными штучками. И его нету. Мне жалко, реально этот дом, просто жалко. Он до сих пор пишет, все на варп грифер тут чмо чумазы. Да, но он, я не знаю, до какой степени он это будет писать. Вообще, у меня в планах, конечно же, отобрать у него, как всегда, админ. Ну не надо тут драться, посмотрите, люди сразу дерутся между друг с другом. Он до сих пор, он же цвет поменял, все на варп грифер тут грифер. Вот, смотрите, квикбой, если не ошибаюсь. Вот, квикбой, давайте мы напишем. Ты что... делаешь, хватит, пожалуйста, что-то там такое напишем. Но он, наверное, не увидит, потому что здесь чат просто забит всякой херней. О, ночь кто-то поставил ночь. Прекрасно, кстати, о, кто-то ставит день. Кстати, наверное, возможно, это он и делает, балуется, как владелец сервера. Ставит ночь, день, ночь, день, ночь, день. Вот, вот он до сих пор продолжает это делать. Конечно же, это раздражает, да? Владельцы сервера, которые покупают их за 499 рублей, да, могут себе очень много позволить на этом сервере. И, соответственно, они начинают это делать. Вы просто посмотрите, что... О, он ответил! Чё, пристал? Плохой человек, да, я перевожу то, что вы видите на своих глазах, я перевел на обычный язык человеческий. Хватит, у меня и так дома нет. Он даже из игроков уже здесь иногда подлагивает. Он до сих пор пишет бродкаст, это грустно уже на самом деле. Из-за него здесь очень игроков много умерло, на самом деле. Очень много игроков здесь погибло. Вначале здесь было даже больше. Ну и люди, естественно, сразу все переломали. Но они подумали, что я гриф. Ой, что-то не пишется. Не деритесь, не деритесь, да. Хватит, пожалуйста. Не деритесь, пожалуйста. Не надо, зачем? Вот они друг друга убивают. Ладно, давайте тоже будем убивать. Давайте, сейчас, меня все равно сейчас хотят убить. Нет, шучу. Я не успел. Ой, я на спавне оказался. Не вините меня. Ну а что они друг друга убивают? Я бил грифер, вы сами видели. Чмырят. Опа, ресы. Видел? Он ресы подобрал. Запомните, ник Слимик. Запомните, он ресы подобрал. Знаете, что сделать? Ну, как всегда, по традиции. Ты бездомный, иди отсюда. Опа, он меня забанил. Он меня забанил. Это...
Как он мог? Как он мог меня забанить? Это же... Это жопа. Смотрите, здесь вы сейчас видите внизу сервера, который я замазал, а вот мой Сержикрафт. Он меня за... Слушайте, все, сейчас мне надо время, я перезахожу через ник Серджо, и я буду ему звонить, он наверняка знает. А если не знает, то мне же лучше. Поэтому раз, два, три. Мой ник Серджо уже ждет, мой ник Серджо уже ждет, и мы сюда с удовольствием заходим. Давайте сразу напишем на... Во-первых, ГМ1, вот, пожалуйста, все мы видим, вот, спавн, все, мы здесь на спавне. Как там он писал, Варп Грифер? Ну, по традиции всегда все. Посмотрите, здесь до сих пор убивают людей. Давайте сейчас над имени Сержем напишем: хватит, я вам говорю. Вот, я им написал от имени. Смотрите, они прекратили. Ник Сержа что-то могущественное делает. Смотрите, сразу Все, все встали сразу. Все. Замерли. Сержа прилетел. Как полиция. Все. Ну вот этот только непонятный. Он, видимо, не понимает, кто я такой. А, нет, смотрите, все, встал. Все, смотрите, тишина. Все, замерли. Нет, ну Ник Сержа это понял. Это такой культ доброго дяди, батика. Кстати, заметили, дома нет. Все, ни Quicka Boy, никого нет. Сейчас, когда полетим на спавн, может быть... Давайте сразу напишем. Quicka Boy там как-то так был, да, его найти надо. Ты где? Вот так ему напишем. Ты где, Quicka Boy? Я не знаю, знает ли меня этот человек или не знает. Может быть, знает. О, вот он! Помните? Вот Quicka Boy. Наконец-то я вышел на него. Наконец-то я попал на него. Вот он, Quicka Boy. Префикс владелец. Засержи двор, стреляй упор. Все, как только я зашел на сервер, как только здесь на спавне с игроками, на своем крутейшем спавне, как я его здесь люблю, с большим количеством игроков, сразу становится как-то приятно, что на моей стороне. Вот он мне, кстати, не пишет, он что-то... Нет, он, видимо, не понимает, кто. Я перед ним летаю от Ника Сержи. Ему абсолютно все равно. Ты где? Давайте ему еще раз напишем. Ты где? Надо с ним, естественно, связываться, узнавать его скайп. Если он не знает, что я Сержи, так даже лучше. Потому что так он может со мной не связаться. Говори скайп. Вот молча, просто. Говори скайп. Я так люблю этот кубик, который там умения здесь всякие вот эти крутые. Я прям обожаю этот кубик, он прям на спавне такой стоит. Quicka Boy. Нурикан 22. А, он написал. Смотрите, он настолько тупой, что он даже не в личку пишет, а он пишет в чат общий свой скайп. Нурикан 228. Это... Но он написал, это здорово. Сейчас попробуем, если это вообще его скайп. Может быть, это не его скайп. Звоним, сейчас узнаем вообще, кто это. Ну-ка. Алло. 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 Здравствуй. Привет. Здравствуй. Чё надо? В смысле, чё надо? Подожди, задам тебе один вопрос глобальный. Твой ник заканчивается на О, а начинается на Говн. Нет. А какой у тебя ник? О, Quicka Boy. Вот смотри, вот тут сейчас написали на весь сервер. Нурикан 228, скайп Грифера. Quicka Boy, да? Да. Смотри, скайп Грифера, твой скайп спалили. Тут игроки. В смысле? В прямом. Ну, ты что, мне... псы? Ну, я тебя спросил, когда скайп. Скайп, ты мне в личку должен был написать, чтобы вы не палить. А ты... Идиот, написал его в общий чат на спавн. Я не могу тебе даун написать. Как не можешь? Ты не знаешь команду. Запрещенные символы пишет. Да? А в общий чат не запрещенные? Нет. Ага, ну, хорошо. Хорошо, простим тебя, простим. Но главное то, что теперь благодаря этому весь сервер знает о твоем скайпе. Да мне посрать. Абсолютно посрать. Да. Ты обвиняешься в том, что ты сломал дом игроку доброму. Его ник Брэд Бэби. Зачем ты это сделал? Да не может такого быть. Как это? Это ложь. Ну ты при мне только что 5 минут назад его дом разломал весь, людей... Ну туда... ладно, допустим, и чё? Ну то есть ты уже признаешь? Да. Ну, ты владелец сервера, ведь правильно? И чё? Купил эту привилегию. Допустим. Зачем? Ответь. А чё? Чтобы ломать всем жизнь. Зачем? Чтобы они плохо жили. Ну зачем? Ну зачем ты это делаешь? Ну неужели тебе же людей не жалко? Ну захотелось! Пипец. А тебе мама не воспитывает, нет? А вот, тебе чё? Вот ты летаешь. Алё, Вася. И чё?
Да ничего. А ты где? Ты с родителями живешь, воспитываешься? Да. Ну а тебе не воспитание не закладывают, как себе не надо вести, что ли? Закладывают. Ну а в чем проблема-то? Ну мне пофигу. Я не понимаю. Ну за... я не понимаю. Слушай, ну жалоба на тебя есть? Сейчас тебя администрация сервера будет лишать... Ты где пёс? А? Ты где пёс? Я вот перед тобой вот просто летаю. Мой ник Седжо. Может быть, тебя о чем-то говорит, друг, я не знаю. Ну, сейчас администрация сервера тебе. Что-то знакомое! Наверное, я не знаю. Обычно. Я просто выбрал его, тыкнул этот ник, когда лаунчер создавал. Это ты! Кто? Я понял, кто ты! Кто? Ты пёс с Ютуба! Пёс с Ютуба? А там. Это как так канал называется? Пёс с Ютуба. У тебя канал Седжо! Я знаю, что есть такой канал Седжо, у меня просто ник совпал. Придурок. Как так? У тебя написано ютубер. Ну так я префикс такой сделал, типа я Седжо, ютубер. Это не значит, что, если знаешь, тут каждый так, второй... А как ты этот ник занял, если под ним играет владелец ну, сервера? Ну, занял, я занял его, повезло мне, значит. А, тогда ты пес. Ну я, понимаешь, просто зашел, когда открытие был сервера, забил ник Седжо. Еще один, да, он такой же. Где? Чё, двойники? Но, ну да, смотри, видишь у него такой же скин, как у... Чё ты, чё тебя так много на спавне, вот еще один, посмотри, да. еще один скин, посмотри. И здесь что очень... Что у вас так много? Здесь очень много, я не Сержу. А, ну значит ты пёс в помойке. Всё, но консоль знает, что ты плохой. И чё? У тебя же ник Квикбой. Квикбой гник, да? Да, и чё? А, подожди, а как ты давно купил привилегию? Ну, вчера. Где ты? Ты сейчас где-то летаешь, да? Посмотри. А, я тут. Где? Что-то я потерял. На фонарике. На фонарике? Где? На каком ты фонарике? На фонаре я! А что у тебя с префиксом? Что-то не пойму. Что-то просто... А где префикс-то? Чё? Я ничего делать не могу! Как не можешь? Ну-ка, упади на пол. О! Дал. На пол же упал же, молодец. У меня только ГМ осталось. Как остался ГМ? А где все остальное? Я не знаю, верни. Нет, стой, как верни? Ты куда ты полетел? Видишь, летать можешь, как так-то? Да верни мне все. Упади, где? Тут вернуть можно только если ты будешь стоять у этого магического кубика. Вот, я у него. Вот. Ты точно ничего не можешь? Нет, ты не в нем стой, надо около него стоять. Что? Ну, пиши, ГМ-0, а потом ГМ-1. Ну, пиши. ГМ-0. You don't not have access to that comment. Да чё за говно? Стой, а меня тогда забань меня. Пиши, бан Седжо. Бан се... у... Не получается? Я не могу! Да как так-то? Да сейчас я не понимаю, ё-моё. Сейчас, подожди, что-то не так. Сейчас мы... Ты знаешь группу этого сервера? Там, Сержу Крафт, что-то такое. Да не знаю, верни мне все. Ты дал! Консоль, банд, квикбой? А что такое? Ты что сделал? Это тебя забанили, что ли? Ты что сделал? Тебя забанили? Да! Кто? Ты такой пёс! Ты чё, псих? Давай разбанивай! Только видел? Тебя написано, что тебе написало? Консоль, банет, квикбой, правильно? Всех разбанит, туза Седжо, потому что я закрыл это меня! Зачем? Там было написано Седжо, вас забанил Седжо. Нет! Ну а тогда я здесь при чём? Разбанивай! Я не разбаню тебя. Ты потерял. Ладно, ты потерял владельца, ты потерял аккаунт, ты все потерял на. Нет! Почему? Возвращайся! Нет, я не возвращаюсь, я тебе ничего не верну. Ты себя плохо вел, у меня есть доказательства. Ты. Да мне посрать, ты мне не возвращаешься! Да мне тоже посрать, понимаешь? Все. Да я сейчас монитор начну стрелять, если ты меня не разбанишь. В монитор стрелять? Да! Из чего? Из чего? Из пневмата! Из пневмата в монитор! Да! Зачем?
ты нет, меня... Нет, ты меня не разбанишь! Ты меня убить хочешь через монитор или чё? Чё? Чё всё? Да, я тебя буду убивать через монитор! Давай, давай, убивай! Смотри, я сейчас включу вебку! Включай! Чё, подожди... Включил! Можно смотреть? Да! Точно? Всё, подожди, 5 сек, подожди, сейчас! Видишь, о, да? Да, да, вижу. О, в натуре ты играешь, как вот, бой. Смотри, я... Да, вот, играю. Да, да, Влад... Видишь, да? Поворачиваю. Прикольный у тебя монитор, кстати, слушай. Классно. Вон мои руки. Да, я вижу, да. Здорово. Ты что, куда? Готов, да? Ты куда пошел? За пистолетом. Ты что делаешь? Где, откуда? Вот он, видишь? Чей... Ты что за пистолет? Откуда ты его взял? Хорош. Смотри. Хорош, идиот. Ты... Я начинаю. А, ты что, идиот? Полетел! Ты чё стреляешь, придурок? Да! Ты да! Чё, ты чё делал? Витя, это что за выстрелы? Вы чё делаете? Да чё? Ты подходил мне пистолет! Вы чё делаете, идиоты? Что ты с монитором сделал? Выкинь его! Я админку не вернул! Пистолет брать! Придурок! Я админку не вернул! Вы чё? Что ты с монитором сделал, придурок? Ты чё? Это всё из-за него, это всё из-за него! Больные! Вот отец придёт, он тебя в жопу надерёт! Все, вы че, все, я вас слушать не хочу, пошли вы нахрен, придурки, я вас не знаю, пока, пока, идиоты, он, секунду, удалю их из, он стрелял в монитор, он стрелял в монитор, монитор стрелял, вы видели, что с ним стало, я это снял, у меня супер ролик в кармане. Он совсем идиот, стрелял. Это, слушайте, это пневматика была. Если был боевой, монитор бы разлетелся. А он с пневматики стрелял. Он отца взял пистолет, походу, там что-то сказал отца. Идиот! 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 Стрелял монитор от мониторства. И все, нет монитора. Ему конец монитору. Ему сейчас от матери влетит. Я в... ставим лайки такому, лайки ставим вообще. Слушайте, если вы хотите вообще так же снимать анти-грифер-шоу, чтобы вам попадались такие грифер, вам обязательно надо становиться владельцем сервера. Потому что только на нашем сервере Серджикрафт попадаются такие гриферы, только у нас такие идиоты. Становитесь владельцами, снимайте, обязательно ставьте лайки. Я все жду всегда на сервере. Всем пока, всем спасибо. Вообще, я в шоке. Я пошел монтировать быстрее, вам показывать вообще. Надеюсь, скоро выложу. Все, всем спасибо и становитесь владельцами. Все, всем пока. Дорогие друзья, обязательно я должен сказать об одной фишке нашего сервера, которую я уже упоминал, но все-таки скажу еще раз. Мы не старались, мы ее делали, мы долго сидели. Поэтому, если вы хотите получить какую-нибудь привилегию совершенно бесплатно, то обязательно заходите на наш сервер Серджикрафт. Напи в описании ролика, вы посмотрите, у нас здесь красивый спаун, красивые голограммы, красивые люди, все красивое, туннель, который можно упасть, но ты никогда не упадешь. Поэтому прописываем просто спокойненько с вами команду free, смотрим на донат за время, пожалуйста, мы можем получить VIP за 24 минуты, админки за 72 часа и основатель за 240 часов. Все вполне реально, и смотрите, я сам здесь отыграл уже 378 часов, сам лично отыграл, поэтому могу любую привилегию здесь получить, пожалуйста, легко. И также можно получить донат за убийство, например, совершить 20 убийств, мы получаем ключик от кейса. Этот ключик мы используем для того, чтобы выбить какую-нибудь привилегию. Например, VIP премиум креатив админ или основатель сервера. Любую можно выбить, но не обязательно вы ее выиграете. Это лишь шанс победы. Поэтому заходите на сервер Серджикрафт. IP в описании ролика. Здесь очень много. Я часто снимаю, общаюсь с подписчиками. Заходите. Главное то, что вы можете получить админку бесплатно. Всех жду. Всем пока. Спасибо, обнимаю всех, друзья мои. Все заходите.